Во время производства работ по демонтажу крыши спортивно-концертного комплекса произошло обрушение конструкций. Площадь обрушения неизвестна. Предположительно, под завалами может находиться один рабочий. МЧС России проводит поисково-спасательные работы, уточнили в ведомстве. Источник в экстренных службах сообщили ТАСС, что при обрушении есть пострадавшие. На видеозаписи инцидента, опубликованной изданием Фонтанка.ру, видно, что при демонтажных работах один рабочий, находившийся на крыше, при обрушении не успел зацепиться за строительное оборудование и упал. СКК «Петербургский» был построен рядом с Московским парком Победы в 1980 году. Здание цилиндрической формы, опоясывающее 56 несущих колонн, на пандусе главного входа установлены скульптурные композиции «Искусство и спорт».